багаж. Держись. Все, матрешка. Держись. Куда мы летим? На самолете. Куда? А на чем? Куда? Куда? Побыли в Украину? Да? Дюссельдорф. Аэропорт Дюссельдорф. Еще покатай. Все? Чемодан издан. Чемодан издан. Пойдем. Чемодан издан. У кого хорошее настроение? Мама, пойдем уже. Пойдем уже, мама. Кому вечером будем поднимать? Да, вечером придется поднимать настроение. Мама, пойдем. Куда вы девочку дели? Сейчас, зайка, пойдем. Идем в самолет садиться. Все хорошо прошли, регистрацию прошли, чемоданы все сдали, даже ручную кладь у меня взяли. Такая довольная. Да, Милка? Иди сюда. Идем садиться, очередь вообще маленькая была. Сейчас на саму, на регистрацию самолета уже. Идем. Мила, как всегда, вытворяет. Да, Мила? Мила, как всегда, здесь вытворяет. Что? Украина, мы летим! Стой, папа. В самолете? Да, Мила? Будем сейчас лететь? Да. Да. Так какие небеса? Мы еще здесь, мы еще не взлетели. Небеса. Это Алёна. Мила, садись. Это Алёна. Садись. Восьмое. Да? Это небеса. Thank you.
на термінал Д. Місцевий час 5 година 50 хвилин. Будь ласка, залишайтесь в кріслах, застебнути ременями безпеки, до вимкнення табло пристебнути ремені. Перед виходом з літака переконайтесь в тому, що ви не залишили особисті речі. Ми просимо вас бути обережними, відкриваючи багажні полиці. Якщо ви продовжуєте подорож іншими рейсами, будь ласка, зверніть увагу на інформаційні монітори та просвіт. Все, прилетіли, ми їдемо домой. Нам от дома ще 300 кілометрів. Сейчас остановились, зашли там. Счет на телефон пополнен. Что вот так долетели мы? Хорошо, даже отлично. Вот, и сейчас будем ехать домой отдыхать. Я очень-очень сильно устала. Все. Пока-пока.